важных упражнения на расслабление психики и глазодвигательных мышц. Первое упражнение, которое мы разучим, называется «Медвежье покачивание». Как оно делается? Руки на ширине плеч, руки свободно висят. И вот смотрите, я как медвежонок с одной ноги на другую переношу центр тяжести. То на одной ноге стою, то на другой. То на одной, то на другой. При этом, когда я стою на левой ноге, правая нога, пяточка вверх поднимается, а носочек держит землю. А когда я стою на правой, левая нога, пяточка вверх поднимается, выйдите сюда, выйдите сюда, выйдите, конечно, все же там. Вот сюда, встаньте, вот, вот сюда, да, встаньте. Итак, ближе, ближе, сюда, сюда встаньте. Еще раз, все начали, смотрите. Я встаю на левую ногу, правая нога, пяточка вверх, а носочком я держу землю, чтобы равновесие не потерять. А вот у меня на правой ноге, левая нога, пяточка вверх, носочек держит. Нога остается прямой? Нога прямой, и тело прямое. Все вместе начали вправо. И раз, и два, и три. Поморгали глазками. Четыре. И раз, и два. Руки свободно висят. И три, и четыре. И раз, и два. Кто у нас? Все на столом. Право, лево. Ну-ка. Остановились. Все вместе вправо начали. Раз, и два, и три, и четыре. И раз, и два, и три, и четыре. Остановились, поморгали. Бейтс вот это упражнение подсмотрел у крупных животных в зоопарке. Почему-то все крупные животные в зоопарке покачиваются. Слоны, жирафы, медведи. И он задался вопросом, почему крупным животным так нравится переносить тяжесть с одних ног на другие. Оказывается, они таким образом психику расслабляют. Медведь в клетке, ему там плохо, его дразнят. А он стоит с ноги, надо качается, психику расслабляет. Если бы медведь не качался, он бы на третий день от инфаркта умер. А так они по 3 года живут. Итак, еще раз все вместе начали вправо. И раз, и два. И три, глазками моргает. Четыре. И раз, и два. И три, и четыре. И раз, и два. И три, и четыре. Остановились, поморгали. Ошибки. Некоторым так хочется хорошо сделать, что они аж изгибаются. И раз, и два, и три. Абсолютно прямое тело. Вот есть русская игрушка «Ванька-встанька». Знаете? Вот мы как Ванька, тело абсолютно прямое, как будто лом проглотили. Еще раз все вместе начали. И раз, и два, и три, и четыре. И раз, и два, и три, и четыре. И раз, и два, и три. И четыре. Остановились, помогали еще ошибки. Соратник один. И раз, и два, и три, и четыре. Кормой качает. Абсолютно прямое тело. Вот еще раз говорю. Видите, у меня только плечи ходят. И раз, вот я стою. Прямой стою на одной ноге. То на одной, то на другой. Последний раз начали вправо. И раз, и два, и три, и четыре. И раз, и два, и три. И четыре. Остановились. А сейчас мы разучим еще одно очень важное упражнение. Вы там вот поменяйтесь немножко, из-за вас не видно. Ага, встаньте сюда. И вы, да. Или вы ближе сюда, выйдите. Женщина за вами, она там стоит, ей не видать. Вот, вот, вот. Чтобы видно все, чтобы меня видно. Итак, еще одно очень важное упражнение, которое называется «Большие повороты». Как делаются большие повороты? Ноги на ширине плеч, руки свободно висят. И вот смотрите, я грудью, лицом, глазами поворачиваюсь вправо. При этом задняя нога, пяточка поднимается вверх. А на счет два я грудью, лицом, глазами поворачиваюсь влево. При этом опять задняя нога, пяточка поднимается вверх. На счет три вправо, на счет четыре влево. Итак, все вместе начали. На меня смотрим, не на соседку. Соседа отвлеките, там от соседа. На меня смотрим. Итак, все вместе начали. Грудью, лицом, глазами начали вправо. И раз, и два, и три, и четыре. И раз, и два, и три, и четыре. И раз, и два, и три, и четыре. Остановились, помогали. Ошибки. А, вот это упражнение Петя подсмотрел у наших детей. Вот почему-то детям очень нравится крутиться, кружиться, вертеться.
И он задался вопросом, почему детям нравятся вот эти так вращательные движения. Оказывается, дети таким образом психику расслабляют. Ребенка обидели, что-то не так. А он пошел, покрутился, повертелся. И как в народе говорят, завей горе веревочкой. Да? Еще раз все вместе. Грудь и лицо начали вправо. И раз, и два. И три, и четыре. И раз, и два. И три, и четыре. Остановились, поморгали. Ошибки. Царапины. И раз, и два, и три. Ну как будто он воз везет. Это упражнение на расслабление. Это легкий-легкий танец. Вот Маргарет Корбет, это лучшая ученица пейца, она в своей книге пишет, что большие повороты – это самое лучшее упражнение по пейцу, особенно для близоруких. Она рекомендует делать это упражнение утром и вечером на 70 или 100 и добиваться такой легкости вращения, что где-то после 30-го поворота тело начинает летать. Чувство веса пропадает. Вот в этот момент идет мощное расслабление глазодвигательных мышц. Поэтому делаем легко-легко, то есть мы летаем, мы танцуем, а не везем мозг и не делаем это упражнение силой. Итак, все вместе начали. Грудь и лицо глазами вправо. И раз, и два, легко-легко, и три, и четыре. И раз, и два, и три, и четыре. И раз, и два, и четыре. Остановились, помогали, ошибки, царапины. И раз, и два, и три, и на меня смотрит. Да не надо на меня смотреть. И раз, я смотрю на ту стену. Все перед глазами пролетело, я вижу уже эту стену. Потом все опять пролетело, я вижу опять правую стену. Последний раз начали, грудь и лицо глазами вправо. И раз, и два, и три, и четыре. И раз, и два, и три. И остановились, поморгали. А сейчас мы с вами разучим специальную гимнастику для улучшения мозгового кровообращения. Если у кого-то есть проблемы с шейным остеохондрозом, то это как раз еще и гимнастика для профилактики шейного остеохондроза. Делать упражнения очень плавно, никаких резких движений не делаем. Тихонечко, аккуратно положили ухо на плечо. Раз, два, три, четыре. Раз, два, четыре, раз, два, три, четыре. Стряхнулись, поморгали. Голову вверх, вниз, голову вверх. Раз, увидели потолок. Прямо два меня увидели. Три, увидели обувь свою. Четыре, прямо. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Стряхнулись, поморгали. Вправо, влево. Начинаем вправо. Повернули голову. Раз, прямо, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И раз, два, три, четыре. Стряхнулись, поморгали. Плечи вверх, вниз. Плечи вверх подняли. Раз, два. Вниз потянули. Три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Стряхнулись, поморгали. А сейчас плечи сводим вперед. При этом спину выгибаем колесом. Раз. На счет два прямо. На счет три плечи сводим назад и грудь колесом. Три, и на счет четыре прямо. Начали. Плечи вперед. Раз, два. Плечи назад. Три, четыре. Спина колесом. Раз, два. Грудь колесом. Три, четыре. Спина колесом. Раз, два. Грудь. Три, четыре. Стряхнулись, поморгали. Вращение плечами. Начинаем. Раз, два, три, четыре, пять и шесть. В обратную сторону. Раз, два. Вот сейчас тепло по позвоночнику должно подниматься. Пять и шесть. Стряхнулись, поморгали, поморгали. А сейчас ноги неподвижные. Поворот, плечо вперед. И поворачиваем плечо вперед, лежим то правую, то левую стенку. В ритме танца. А ноги неподвижные, не двигаются. Начали все вместе вправо. И раз, и два, и три, четыре. Раз, и два, три, четыре. Раз, и два, и три, четыре. Стряхнулись, поморгали. А сейчас поворот плечо назад. Поворачиваем плечо назад, оглядываемся через плечо и видим сзади стоящих людей. Тоже в ритме танца. Ноги неподвижные. Начали. И раз, два, и три, четыре. Раз, два, четыре. Раз, два, и три, четыре. Стряхнулись, поморгали. Кулачки взяли в замочек.
сильно локти там не расставляйте, чтобы соседу в глаз не попасть. Делаем скрутку назад. Ноги неподвижные. Скручиваем себя назад и смотрим назад. Раз, задержались, смотрим назад. Два, три, задержались, смотрим назад. Четыре. Раз, задержались. Два, три, четыре. Стряхнулись, помогали. Наклоны в сторону. Все вместе вправо, а то там головой можно стукнуться. Наклоны в сторону. Начинаем вправо. Раз, два, три, четыре. Два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Стряхнулись, помогали. Вращение тазом. Вращение тазом. Руки на пояс, колени прямые. Начали. Раз, два. Вначале маленькая амплитуда, потом больше. Четыре, пять и шесть. В обратную сторону. Раз, два, три, четыре, пять и шесть. Пригнулись, поморгали. А сейчас, соратники, мы с вами еще раз повторим большие повороты. Сделаем большие повороты и споем один куплет школьного вальса. Давно друзья веселые, простились мы со школой. Те, кто знает, поют вместе со мной этот вальс. Молодежь, к сожалению, не знает этого вальса. Ну, надо выучить петь вместе со всеми. Но запевать вместе со мной. Я скомандую 3-4 начали, начну петь, а вы подхватите. А то мы тут напоем с вами. Итак, грудью, лицом, глазами, большие повороты, начинаем вправо. И раз, и два. Легко, легко. И три, и четыре. Руки свободно висят. И два, и три, и четыре. Наш любимый школьный вальс. Забиваем. 3-4. Одно, друзья, веселые, простились мы со школою, но каждый год мы вспомним помнит. Саду гости скромными встречают нас с поклонами, и школьный вальс опять звучит для нас. Сюда спиналами и книжками ходили и садились по рядам. Здесь 10 классов пройдено, и здесь мы снова родина. Впервые прочитали по словам. Но молодцы, тут можно похлопать. Одна медвежьи покачивания. Давайте их запишем. Итак, поморгали, поморгали, поморгали. И начинаем все вправо. И раз, и два, и три. Моргаем, моргаем, четыре. И раз, и два, и три. И четыре, и раз, и два, и три, и четыре. По местам.